Правильно? Произвели, правильно? Да, правильно! Итак, сейчас я буду желать нашей имениннице пожелания. Если что-то хорошее, вы говорите да-да-да и хлопайте в ладоши. Если что-то плохое, тогда говорите нет-нет-нет и топайте ногами. Готовы? Да! Итак, желаем нашей имениннице, чтобы ее родители любили! Да! Нет, а на море ее такая большая акула, как за попу упустила. Нет. А теперь все вместе. Три раза. Поздравляем нашу именинницу. С днем рождения! А теперь для нашей именинницы песня «Кто пипел статую». Так. Ребятки, а какая наша именинница? Давайте пожелание ей скажем. На буковку «Л». Давай, подружка, на буковку «Л» пожелание любви. Нашей именинницы. Любви. Такая любимая, лояльная, легкая на подъем. Легкая на подъем. Happy birthday to you. Happy birthday to you. А ты в гости придешь, Мишка? Записываю я. Значит так, Северный полюс, далеко. Улица Ледовая, сугроб номер 15. Запомнишь? Да. Можешь такси вызывать, Убер, к нам сюда. Yeah. Я уклоном пользуюсь. Уклон? Ну, уклон тоже доедет, я думаю. Все, такси уклон везде дают. Да. Ну что, а лед у тебя есть? Да. Нет, ох ты! Давай тогда фоткаться скорее и кричать «Бочка мёда!» «Бочка мёда!» Итак, показали все класс и сказали «Бочка мёда!» «Бочка вина! Вина!» Ура! Ура! А теперь вот так, смотрите, надо напугать камеру, повелиться к телевизору. Молодец! Ну что, ребятушки, поздравили нашу именинницу? Да! Станец будет писать. Давайте. Танец утят? Да. Нет? Ну, может быть. А что еще?